Сегодняшний наш видеоурок посвящен непосредственно работе у стенки. Это такая тренировка, когда вам не нужен дорогостоящий корт, не нужен дорогостоящий тренер. Эта тренировка может проходить даже в домашних условиях, если у вас не очень злые соседи. Или где-нибудь во дворе, в стенку гаража, если он у вас есть. Но прежде чем приступить непосредственно к изучению техники ударов в теннисе, там, с отскока справа, с отскока слева, вы обязательно должны научиться использовать ваше собственное чувство мяча. Чувство мяча складывается из нескольких компонентов. Это вес ракетки обязательно, натяжка ракетки, вес мяча и то мышечное усилие, которое вы хотите приложить к этим трем компонентам, чтобы мяч летел в нужном вам направлении и с нужной высотой. Очень нехитрые упражнения для использования вашего чувства мяча. Это набивание мяча вверх. Мяч можно бить вниз, об землю, делать разную высоту, разный ритм, менять плоскость ракетки по одному разу, два раза так, один раз так, и наоборот, бить вверх, бить вниз, и все это стараться делать, не сходя с места. Это показатель того, что вы можете управлять мячом, даже в таком нехитром упражнении. Еще можно постараться научиться поднимать мяч и опускать на ракете так, чтобы он не отлетал. Немножко из стороны в сторону. То есть чувствовать, что мяч лежит у вас на струнной поверхности. Сегодня я расскажу вам об ударе справа с отскока. Техника удара справа с отскока делается по траектории овала или по траектории эллипса. Это очень важно. Никаких прямых движений в этом ударе нет. И я немножко разобью вам на несколько частей этот овал и начну, как это ни странно, с окончания. С окончания удара, того момента, когда ракетка уже непосредственно касается мяча, и вы играете мяч на сторону соперника. Почему я это сделаю? Потому что это, на мой взгляд, очень логично. Как бы красиво вы не сделали предыдущую часть движения, если концовка у вас будет смазана, то мяч полетит совершенно не в ту сторону, куда вы хотели. И также окончание, в принципе, является самым сложным техническим элементом всего удара.